Ехал-ехал и заглох. Пропала искра. ВАЗ-2112. Пропала искра. Компьютер пишет, что ошибка. Низкий уровень датчика коленвала. Поставил новый датчик коленвала, не помогло. Я вот думаю, здесь новые провода, все нормально. Потом прозвонил, а он замкнутый. Вот здесь провод жарится от выхлопной трубы. И вот здесь где-то замкнуло. Он, значит, сплавился. Когда здесь я шевелю, показывает, что то замыкает, то не замыкает. Сейчас посмотрим. Вот, очень дружно склеились провода. Сейчас рассоединю и посмотрим. Вот я распутал, рассоединил. Теперь сопротивление 58 килоом. Килоом. Так и должно быть. Теперь автомобиль заведется. Ну все, теперь попробуем завести. Ру-ру-ру. Ошибись.